Все, наверное, видели такую рекламу, рекламу ножей, наверное, у многих в ленте выскакивало, когда там ножами режут, блядь, колеса, бетон, там, блядь, бутылки, хуилки, всякую хуйню, непонятно зачем режут, и я по приколу просто решил снять пародию, просто вот нехуй делать, я встал такой, блядь, по приколу решил снять такую, блядь, пародию, даже не хотел никуда не выкладывать, но, блядь, получилась такая хуйня, в конце пизды получил от Sony, поэтому, блядь, смотрите. Нашими супер-пупер ножами из Икея можно что угодно убить. Смотрите. Ша, блядь. Если вам нужно случайно, блядь, когда-нибудь пригодится разрезать 3, нахуй, коробки от пиццы, вы сможете это сделать, как нехуй делать. Режем бананы. Ша, нахуй. Если вам когда-то надо будет порезать гнилые бананы, вы сможете это сделать. Если вы захотите убить кролика, на нахуй, вы убьете кролика. Но если вдруг вам надо будет разрезать пачку с кексами, вы сделаете. А потом, если на вас нападает бутылка... Ты охренел!